Ну, в первую очередь, конечно же, связано с мошенничеством. Легкие деньги, когда открывались банки с получением лицензии, получали кредитование в других странах, перекредитовались и делали большие пирамиды, тем самым создавая, естественно, себе в итоге банкротство. Потом все деньги благополучно собирались со всех граждан, и завтра можно открыть новый банк на соседней улице. Естественно, действия Центробанка абсолютно правильные. То, что сейчас идет отзыв многих лицензий, те банки, которые не соответствуют своему статусу и не выполняют определенных действий и не соблюдают закон, то, естественно, такие банки не должны существовать. И то, что ужесточились методы контроля коммерческих банков, абсолютно правильно.